Люди, которые хотят думать, что они как бы командуют жизнями людей, и как бы это все они будут как во время Сталина ходить строем, то это, конечно, наивность. И во время Сталина они ходили строем. Что мы о нынешних днях говорим? Конечно, мы можем сегодня уже говорить о том, что власть Путина ослабевает. Коронавирус, он где-то прячется, он нездоров. Все это выглядит, конечно, и странно, конечно, но вполне понятно. Все это как бы можно было предугадать, что вот так это все как бы и будет выглядеть. Но одна из как бы, индикаторов российской жизни – это дела в Кавказе. Специфический регион, конечно, народ, как бы, религия. И все это как бы, играет большую роль и дает как, такое, как бы, отличительность от других каких-то российских областей или краев. Конечно, есть теперь там такая очень как бы, интересная фигура – Рамазан Кадыров, смешной такой, странный человек. Но, конечно, он сильно влияет на эту всю обстановку в Северном Кавказе. И поэтому вокруг него все время какие-то разговоры и обсуждения. Все время пресс-секретарь президента Путина Песков должен комментировать деяния вот, диктатора Чечни. Конечно, во время коронавируса он очередной раз, конечно, удивил всех своими делами. Конечно, его силовые методы, конечно, никак не помогают там бороться против коронавируса. Хотя, конечно, он докладывает, что вот все помогло, и у него коронавируса нету. Но посмотрим, там есть или нету, но могу сказать, что если он думает, что вот, как бы, какие-то меры там помогают там бороться против коронавируса, что все-таки это вирус, и иногда никакие меры не помогают. Все-таки важно, там, сколько это сильна это вирус там, в своей республике или нет. Но, слава богу, в России пока большинство регионов коронавирус очень слабый, никаких особых опасности она не представляет. Но поэтому, конечно, люди же это чувствуют. А люди же видят, ну, есть больные, там есть какая-то процент там, померших резко поднимается в твоем регионе. Люди же это чувствуют, как бы они общаются каждый день. Поэтому неудивительно, что, конечно, скажем, в Северной Осетии протесты людей, что а что-то там навязывает этот коронавирус. У нас тут ничего нету. А вы составляете там нас закрывать бизнесы, и мы потеряем работу, доходы. Что это такое? Тем более, что, конечно, если бы государство бы платило бы, помогало бы людям, было бы все хорошо. Но если этого нету, то зачем этот вирус нам вообще? Ну, здравый такой подход, конечно, людей. И люди, которые хотят думать, что они как бы командуют жизнями людей, как бы это все они будут как во время Сталина ходить строем, то это, конечно, наивность. И во время Сталина они ходили строем. Что мы о нынешних днях говорим? Вы слишком много хотите. Вы хотите вот быть какими-то супердиктаторами, которые командуют жизнью людьми. Но это не сработает. Вы просто поднимаете народные массы против себя. И ничего большего. Но, конечно, ситуация в Кавказе очень сложно, потому что кроме коронавируса, конечно, есть отношения между народами Северного Кавказа. Конечно, все удивились, что Рамазан Кадыров устроил разборки с ингушами. Это, конечно, близкий чеченцам народ. Многострадальный народ, тоже, конечно, высланный из своих как бы, родных мест. Есть серьезные территориальные споры с Северной Осетией.
Все это, конечно, прискорбно, потому что, конечно, в старое время и сейчас многие осетины мусульмане. Поэтому, конечно, ситуация ненормальная, что там происходит. Но, тем не менее, и здесь всех как бы удивил Рамазан Кадыров, стал требовать какие-то территории от Ингушетии и, конечно, силовым путем изменил эти границы между Чечни и Ингушетии, оскорблял там ингушей. Ну, зачем это все было нужно? Конечно, с таким поведением Рамазан Кадыров резко ослабил как бы свою позицию и в Северном Кавказе нажил врагов, и возникает вопрос, зачем? Но он это сделал. Надо сказать, что не забудьте, что этот Рамазан Кадыров напал и на народы Дагестана. Самый, как бы, в Дагестане много самых различных национальностей, конечно. Но вы видите, как бы, он и там как бы, поднимает как бы, волну негодования против себя. Но что стоит как бы, его недовольство, скажем, Шамилем, который так, с дагестанскими там, какими-то корнями, он там что-то по поводу этого говорил и вызвал просто возмущение дагестанской общественности. Ну, видите, то ли он как бы слабый политик, не понимает, что ты не живешь в мире один, у тебя должны быть союзники, а ты вот видишь, как бы всем как бы даешь по голове. Но, конечно, ситуация в Северном Кавказе обостряется, конечно, каждым годом. Казалось бы, после побед над так называемым чеченским сепаратизмом все должно кончиться, и Путин там как бы устроил такой мир силовым образом, как он там называет, так сказать, принуждение к миру, да? Так вот, что вот принуждал к миру, и все будет спокойно. Теперь мы видим, что, конечно, это не так. Даже Дагестан назначили президентом Васильева. Вот не нашлось на месте ни одного хорошего президента для Дагестана. Конечно, выглядит это слабо, прямо скажем, очень слабо. И, конечно, показывает, что ситуация в Дагестане, конечно, для центра очень сложная. И так можно продолжать и продолжать. Какие-то разборки с черкесами, карачаевцами, балкарцами, габардинцами. Везде у Путина в Северном Кавказе какие-то проблемы. Конечно, это, конечно, и говорит о том, что когда Путин уйдет, наследие уже нового лидера будет очень сложно. И как бы, как он там, какие усилия он должен еще вкладывать, чтобы успокоить ситуацию в Северном Кавказе, даже не представляю себе. Потому что, казалось бы, огромные финансовые ресурсы уже ушли на Северный Кавказ, но как бы, никаких результатов не видно. Тут были же разговоры, что будем развивать туристический сектор в Северном Кавказе, потому что есть как бы возможности развивать это. Мы же знаем, что Ставрополь-то все там работает, что касается туристического сектора. Почему это нельзя строить как бы, в Северокавказских республиках? Но вы видите, как бы нету этого, ничего нету. И все, если мы смотрим там какие-то цифровые показатели по жизненному уровню и, как бы, и так далее, тогда видим, что просто ситуация катастрофическая. Но вот это тоже результат как бы, работы за 20 лет Владимира Владимировича Путина. Он как бы этим занимался очень как бы серьезно, ну, перед публикой, скажем так. Ну, вот 20 лет прошло, а у вас ничего не сделано. Вот это и есть результат. И, конечно, эта ситуация в Северном Кавказе раскачивает лодку-то государственную, российскую. Вы
смотрите АРУ ТВ.